скажет. Может, тут найдется то, что нам пригодится. А, друзья мои! Вертолет. В обычной ситуации я бы сразу после падения вызвал бы своих товарищей. И они забрали бы меня через пару часов. Но мой спутниковый телефон тоже, к сожалению, разбился. Мне нужно, чтобы вы сходили в город, нашли мой ресторан, кафе «Киев», и попросили Сергея отдать вам спутниковый телефон. Принесите его мне, и мы уберемся с этого сраного острова в мгновение ока. Ну как? Обойдусь. Вы хотите остаться здесь и что? Умереть? Никто не придет. А если придут, то сначала атомную бомбу кинут. Пора работать над планом Б. Сейчас важно все, что поможет продержаться. Это мощная машина, но ее надо превратить в настоящий танк. Ее нужно бронировать и превратить в таран. Справитесь? Ладно. Хорошо. Неподалеку от маяка есть мастерская. Там ты найдешь все, что надо. С автогеном работали? Тогда будем надеяться, что механик еще жив. Или придется искать кого-то еще. Слыхал. Это болезнь из космоса.
начинаю понимать, что к чему. Oh.
внутрь! Быстрее! Они ничего не могут с этим поделать. Они просто на голову больны. Я к ним как к людям, и меня укусили. Завтра я стану одним из них. Осталось, может, часов 6, может, меньше. Но я еще успеваю сделать что-нибудь, верно? Что же это может быть? Крепость на колесах? Самодельный танк? А могу навесить немного брони куда угодно. Хотите, я попытаюсь? Угу. Вот это я понимаю. Не дайте этим ублюдкам мне помешать, и я прокачаю вашу тачку. Ох, и круто будет. Ah!
Готово. Сойдет. Есть одна проблема. Моя дочь не останется здесь. Что? Скоро я потеряю рассудок. Не хочу причинить ей вреда. Мы отведем ее к спасателю. Он не сможет защитить ее, так как вы. Возьмите ее с собой. Прости, друг, но нет. Эй! Вам вот это же ведь нужно? Тогда давайте меняться. Папа, что ты говоришь? Я никуда не пойду. Дорогая, милая, послушай меня. Ты должна. Здесь тебя уже ничто не держит. Я не брошу тебя. Посмотри на меня. Посмотри. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты запомнила меня таким. Обещайте мне, что позаботитесь о ней. Она пойдет с нами. Папа, нет! Папа! Держись, дочка. И не теряй надежду. Живи дальше. Я люблю тебя. Я крутею прямо на глазах.